На следующей неделе депутаты Омского городского совета могут принять изменения в процедуру отлова бездомных собак. Зоозащитники предлагают не трогать стерилизованных животных. Отличить их можно по специальной клипсе в ухе. Общественники уверяют, такие звери не представляют опасности. Им сделали необходимые прививки, они легко социализируются. Если поправки будут приняты, то ловить таких собак будет запрещено. Впрочем, не все депутаты одобряют эти нововведения. Я согласен с вами, что не справилась муниципальная служба с отловом собак. Но и вы со своими волонтерами не справились. Эти барбосы как кусали людей. Если собака, имеющая клипсу, ведет себя неадекватно, агрессивно, то на нее не распространяется вот этот пункт, да? Она подвергается отлову на общих основаниях.